Растаял снег, растаял асфальт. Из-за оттепели отдельные участки дорог смывает талой водой. Водители бьют тревогу. В этом году из-за теплой зимы сезон пробитых шин и погнутых дисков начался непривычно рано. Кадры дорожных ухабов заполняют социальные сети. Оттепель привела к образованию ям и выбоин. Особенно не повезло Октябрьскому мосту. Из-за продуваемости и постоянных перепадов температуры дорожное полотно там разрушается быстрее, чем на обычных трассах. Уже попали туда сегодня утром. ГИБДД не вызывали, так как торопились на работу. Вчера в районе 10 вечера в эту яму попал. Даже бардачок открылся. Снаружи диск вроде целый, с обратной стороны пока не смотрел. И не говорите, федеральная трасса тоже не отстает. Сурское шоссе все в ямах. Вчера вечером проезжал там. Машин 5-6 точно стояло с пробитыми колесами. Ловушка для автомобильных колес появилась и в Кугесях. Вода просачивается в небольшие трещины и, замораживаясь, буквально выбивает асфальт. Эти фото сделал водитель, пробивший в яме сразу два колеса. Дорожники уже взялись за ремонт особо опасных участков, которые могут стать причиной ДТП. Более основательные работы начнутся только с приходом весны. Оттепель же в республике сохранится около недели. Затем похолодает до 4-10 градусов мороза. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.